Открыто, доступно, экстренно. Впервые в регионе прошла акция психолога педагогической поддержки населения. 10 октября во всем мире отмечается День охраны психического здоровья. Областной центр психолога педагогической помощи семье и детям совместно с социально-реабилитационным центром организовал бесплатные консультации для детей и их родителей. На 7 площадках организованы 10 консультативных приемных, где опытные педагоги-психологи ведут работу с детьми и взрослыми, жителями города Иваново и Ивановской области. Консультирование проводится и здесь у нас в центре. Психологи наряду с прочими работают с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, с признаками и расстройствами аутистического спектра. Чаще всего в центр обращаются люди, которые пытаются решить проблемы взаимоотношений в семье. Здесь помогают детям с девиантным поведением, подросткам, находящимся в конфликте с законом, несовершеннолетним из малообеспеченных, неполных, замещающих семей. Дети дошкольного возраста обращаются с проблемами тревоги, страхов, с лугоневрозами, проблемы развития, конечно. Дети младшего школьного возраста и школьного возраста с проблемами обучаемости, с проблемами отношений со сверстниками, более старшие с проблемами родительско-детских отношений. Ну и взрослые со своими личными проблемами, ну и опять же с проблемами отношений с детьми. При центре психолого-педагогической помощи работают школа семейной гармонии, клуб для подростков «Путь», школа толерантных отношений. Есть как индивидуальные занятия, так и групповые, где дети взаимодействуют с родителями. Особенно это важно для ребят с особенностями развития. Групповые занятия, они имеют важный смысл. Потому что на этих занятиях происходит социализация, то есть в группе они учатся взаимодействовать, они смотрят друг на друга. А на этих занятиях помощь получают их родители, которые не только служат поддержкой для этих детей, которым самим вообще говоря трудно, но и родители осваивают другие формы поведение, взаимодействие с детьми, получают подсказку, когда им самим трудно справиться с ребенком. Акция «Открыто, доступно, экстренно» получила большой отклик у жителей региона. В течение дня за консультацией к специалистам обратились свыше 250 человек, в том числе 80 детей. В будущем организаторы планируют закрепить этот опыт и сделать мероприятие традиционным. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.